Всем добрый день! Рада вас приветствовать снова на 21-дневном курсе «Решейпинг нашего лица». И мы сегодня снова-таки приступаем к гимнастике для лица. Но помимо общих упражнений, на сегодня будет основной акцент на проблемы в области второго подбородка, на бульдожьи щечки и на проблемы в области шеи. То есть будем сохранять нашу молодость по возможности в этих пределах, которые у нас есть на данный момент, или же даже улучшать то, что у нас есть. И по традиции мы с вами начинаем нашу гимнастику сверху вниз с коррекции проблем в области лба. Итак, мы с вами делаем три подхода. Первый подход мы сделаем для проработки проблем в области переносицы и средней части нашего лба. Фиксируем кожу пальчиками. Напоминаю, что все анонсы, все пояснения упражнений были в предыдущих роликах, в самых первых. Поэтому мы с вами просто приступаем сразу к проработке. Итак, сводим брови к переносице, делаем один подход из 10 упражнений. Начали. Достаточно. Следующий подход мы с вами просто будем поднимать, тренировать мышцу, поднимающую бровь, просто-напросто поднимать брови. Фиксируем кожу и делаем один подход. Начали. Достаточно. И еще один подход сделаем. При такой же фиксации мы с вами будем не просто поднимать бровь, а удивляться. Фиксируем кожу и делаем. Достаточно. Следующее упражнение мы делаем для проработки возрастных изменений, проблем в области глаз. И для начала мы с вами поморгаем. Часто-часто поморгаем в течение нескольких секунд. Достаточно. И теперь мы с вами фиксируем кожу подушечками пальцев. И под кожей фиксируем круговую мышцу глаза. Зафиксировали, делали один подход. Делаем, точнее, простите, один подход. 10 прищуриваний. Делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достаточно. И расслабим наши глаза. Опять поморгаем. Делаем еще один подход силовых упражнений на круговую мышцу глаза. Фиксируем уголки глаз подушечками пальцев и делаем еще 10 прищуриваний. Делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достаточно. И делаем еще одно упражнение из упражнений на восстановление зрения. Мы с вами закроем глаза и представим циферблат. И будем 5 раз водить одним взглядом у цифры 12, 3, 6, 9. То есть проходим 5 кругов вот такого циферблата. Закрываем глаза. Представляем циферблат. Фиксируем свой взгляд на цифре 12. И делаем 5 проходов по часовой стрелке. 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. И 3 самостоятельно в тишине. Начали.
недостаточно. Следующие упражнения помогут нам скорректировать возрастные изменения в области носа губного треугольника, сохранить овал лица, но и тоже опосредованно влияют и на второй подбородок, и на наши бульдожьи щечки. Итак, мы с вами вытянем лицо в овал, в положение хо, наше, да, хо, и в таком положении будем делать два подхода, будем улыбаться, прорабатывая скуловую мышцу нашего лица. Итак, делаем. Достаточно. Расслабляем наше лицо. И делаем еще один подход. Достаточно. Теперь мы с вами протренируем щечную мышцу. Введем два своих пальца под щеки на слизистую и будем втягивать щеки. Делаем два подхода. Достаточно. И делаем еще один подход. Достаточно. И теперь в положении хо нашего овала мы с вами будем натягивать красную кайму губ на наши зубы. То есть будем прорабатывать зону круговой мышцы рта, ну и соответственно все мышцы у нас проработаются, те, которые формируют у нас носогубную складку. Итак, делаем два подхода. Делаем. Достаточно. Не ленитесь, работайте губами, прорабатывайте. Если кажется поначалу, что ничего не получается, со временем все у вас получится. Делаем еще один подход. Достаточно. Приступаем к проработке зоны второго подбородка и нашей шеи. Первое упражнение, которое мы делаем, будет на растяжение платизмы и на проработку области второго подбородка. Что мы с вами будем делать? Мы сделаем два подхода вытяжений. То есть мы будем с вами тянуть подбородок вперед и вверх. Голову при этом не запрокидываем, то есть мы тянем только подбородок вперед и вверх. И в таком положении мы выводим нижнюю челюсть и закатываем нижнюю губу на верхнюю. Делаем два подхода. Наверху обязательно немножечко фиксируем это положение. Так делаем. Достаточно.
Немножечко покачали подбородком, опустив его вниз. Если у вас сильно растягивается, есть неприятные ощущения, то расслабляем мышцы шеи и делаем еще один подход. Достаточно. Вы хорошо должны были проработать вот эту зону. Следующее упражнение, которое мы с вами будем делать, тоже направлено на проработку платизма. Только теперь мы с вами будем делать наше упражнение И. Два подхода после фиксации кожи. Итак, фиксируем кожу и делаем. Достаточно. И делаем еще один подход. И достаточно. Следующее упражнение, которое мы с вами будем делать, мы будем кончиком языка сильно-сильно упираться в верхнее небо. Делаем два таких подхода. Рот при этом у нас закрыт. Итак, делаем. Достаточно. Теперь я голову немножечко опущу. Я делаю первый подход, чтобы вам было видно напряжение. Да? Теперь мы делаем еще один подход. Просто-напросто взгляд перед собой делаем. Достаточно. А теперь мы с вами представляем, вот был наш язык, точнее вот так, вот мы его им упирались в верхнее небо. Теперь нам нужно будет кончик языка подвернуть и таким положением упираться тоже в верхнее небо, показывая. То есть приблизительно так, только упираться не ближе к зубам, а именно в верхнее небо. Делаем один подход, то есть заворачиваем язык и кончиком языка, только уже с другой стороны, упираемся в верхнее небо. Делаем. И достаточно. Немножечко другой уровень проработки. И еще одно упражнение на растяжение платизмы, да, на ее проработку. Мы с вами, если есть возможность упереться у вас или об раковину руками, для того, чтобы не потерять координацию, нам с вами нужно будет отклоняться. При этом подбородок у нас чуть-чуть вверх идет, спинка ровная, голову мы вот так вот не запрокидываем. То есть наша задача растянуть шею.
Делаем таких 10 качаний. Не сможете сделать сейчас, сядете потом на стулочку и сделаете это упражнение. Ну, мы с вами делаем. И приступаем к нашему упражнению бутылочку. Смотрите, я опять-таки чередую бутылочки с разным диаметром. Приступаем. И почти минута, вполне достаточно. Теперь молчание, пока у вас мышцы горячие. Лишнего не говорите, не делайте никаких гримас. Но мы с вами идем готовить очередное средство для нашей красоты. Ну а мы с вами встречаемся снова завтра на гимнастике для лица.